Всем привет! Мы опять снимаем третью часть уже. Теперь на этот раз будем снимать школу. Вот она. Да. Так что не оставайтесь с нами. Пошлите. Поехали. Да уж, ехать. Страшная заброшенная школа. Вообще кипец, блин. Жуть. Вот эта дверь, короче. Я офигел. С какой стороны начинать? Да. Папа, ряд? Справа, ряд. Ой, блин, подожди. Ух ты. Ты с малым начнем. Ну, с малый тот, да? Да. Ну, давай, пошли. Не видишь по размерам? Да сам ты у. Я знаю, где девки фоткаются. Где? Я знаю, как они. Пошли. Главное, не брякнешь. Офигеть тут. Вот. Старинные для лыжи. Может, и сейчас есть? Я, в принципе, не лыжник. А, это для лыжи еще есть. Да? Да. Че? Я на таких еще каталась. О, охренеть. Вот это тема, Андрея. Маш, ты шумасшедшая. Иди, дай брякнище. Плита на тебя упадет. Ах. Прикольно. А на чём балкон? А, ну через балкон люди лазили раньше. Прикинь? Самый... Ой, блин, какой он гладкий. Эта палка-то. Прикинь? Мне нравится это место. Я здесь пофоткаюсь потом. Да? Все замётано. Это люди... Вот я понимаю, канат по канату лазить. А наши палки... Нашу палку-то. Я не уверен. Ну-ка, люди, напишите. Подписчики мои, друзья. Фу, блин. Это... Кто по палке лазил? Тут, походу, чемпионов тренировали. Маш, ты согласна? Да. Ой, вот но этот. Маленький, да? Ну, блин, в принципе, хватит. Ага. Это, наверное, тут эта сетка была. Маска. Ну и тут, смотри. А эхо какой офигенный, да? Охренеть. Да уж. Пойдем дальше. Так, это 9 класс, кабинет химии. Ну-ка, так пройдемте. Нормально. Класс, это химия. Химия. А, пипетки. Где? Ну, это пипетка. Да ладно. Смотри. Это чтобы пробирки вставлять. Ну, наоборот. Вот так ставится. То, что процентов. Я знаю. Смотри. Колбочки. Вот всякие колбочки. Смотри. Взрывающая фигня, взрывающая. А, сигнализация. Было. Охренеть. Смотри. Подожди, не успеваю. Пипец. А это тоже фигня какая-то. Блин, какая тяжелая. Люди, скажите, что это такое? И он тяжелый, блин. Смотри, препараты всякие. Да, всякие. Что тут у нас заброшенный? Охреневаю, блин. Это что, мозг? Люди, кто мозг потерял, вот. Не парьтесь, он с нами. Офигенно, блин, смотри. Это что, змейки? Тут кабинет биологии же и химии. Нормально. Тут такие плакаты в цветах. Тихо-тихо-тихо. Да уж, ну как все. Что там, приклялся? Да, блин, шикарно, конечно. Я в шоке, блин, не пожалел, что приехал. Приехали, вернее. Машка вообще молочина. Нашла, прикиньте. Вообще молочина, блин. Смотри, тут их много. Все будут смотреть?
Не, будем все смотреть. Резонанс, препараты всякие. Ну. Смотри. Какая-то какая фигня. Глаз. Это глаз? Да. Блин. Люди, я вас вижу. Это белый грудь. Да ладно. Смотри, а это спиртовка. Офигеть, дай поближе посмотрим. Спиртовка. Нормально. А что такое? О, смотрите. Это лягушка. Это лягушка, охренеть. Вот это мутант лягушка. А это было лабораторное. Там всякая хрень. Вот один раз. Фу, птичка скелет, была. Скелет, блин. Да. Чувствуешь, что запах? Химия, да? Да. Смотри. А это что такое? Букашки и и бабочки и рак. Охренеть. Смотри. А это что? Это как, я не понимаю, что это. Это лапки. Типа рентген, да. Вот какие-то кругляшки даже, смотрите. Препараты с стекла, чтобы микроскоп смотреть. Да? Смотри. Анализ. Я такие делаю. А Маш, что такие кругляшки? Вот, я боюсь трогать. Не знаю. А это что такое? Конечности пчелы. Уголчик такой огромный. Ну, я знаю, что такое. Чего? Чтобы перегонять жидкость. Смотри, сколько. Я их делаю, блин. Что, дальше пройдем? Вот какой-то, смотри, какой большой колбас. А еще картинка чья-то, да? Это птичка, видишь, скелет птички. Ага. Смотри. Куколка. Охренеть, куколка, блин. Понятно. Тут, блин, интересно все. Хочется все потрогать, а ведь нельзя. Может, как-нибудь тут гадости всякой. Вот там червяк. Ну что, ладно, мы будем делать червяка. Ты, я имею в виду, нарисованный. Он человек. Пищеварительная система человека. А вот червяк. Ну, все уже разваливается. Вот червяк тебе. Маша, у тебя так белые светят. Да? Да, вот смотри. Прикольно. Вот смотри, голубь. А это пищеварительная система лягушки. Понятно, как еще. Короче, что-то Маша... смотрю, ты очень умная, идем отсюда. Нет, просто твоя стихия. Вау, блин, люди, короче, друзья, подпишись. Сейчас эта пипетка целая осталась. Мужчине, это обидно. Я пипетку себе взяла. Тут пепочница. Пошли дальше. Друзья, что, как интересно, да? Заброшенная школа. Все уже слазит. Время берет с собой. Весело, чтобы хорошо учиться. Согласен. Где это? А? Видишь? Это первый класс. За 100%. Да видно, что обуви оставили первоклассницы. Интересно, конечно. Здесь ну, красиво слезает, да, краска, смотрите. Вообще шикарно.